привет, меня зовут Сокол. Недавно приехал со своего мини-тура с группой Виконт, моя музыкальная хэви-метал группа, так что, если что, вступайте в сообщество ВКонтакте и подписывайтесь на YouTube-канал группы Виконт. Ну а сегодня у нас ролик одного направления, уже вторая часть, это посылка от подписчика. Первая посылка была, может, полгода назад где-то, и сегодня мне пришла новая посылочка от подписчиков из города Апатиды, это Мурманская область, и давайте же посмотрим, что мне прислали. Очень приятно. Я люблю подарки. Сегодня 20 декабря. Через 11 дней уже будет Новый год. И я словно открываю подарки. Очень-очень интересно, что же там будет. Давайте сразу же незамедлительно вскрываем этот прекрасный пакет. А здесь у нас... Новогодние мышки... Новогодние пингвины, да, пингвины и мышонки. С Новым годом написано, счастье в Новом году на коробочке. Ничего, такая коробочка, ну, я не скажу, что она тяжелая, она достаточно легкая, но не маленькая. Если ее рядом с головой моей поставить, вот так это где-то будет выглядеть. Больше моей головы немножко. Ну что ж, давайте распечатывать. Я очень люблю подарки открывать. Как дарить подарки люблю, так и открывать подарки люблю. Получать, точнее говоря. Поэтому сейчас мы с вами этим и займемся. Что же там мне прислали? Вот так вот, друзья мои. Делаешь интересности всякие. Контентик интересный, хорошие песенки. А потом у людей возникает желание как тебя отблагодарить. И вот они присылают тебе посылочки, в которых будет что-то интересненькое. Надеюсь, это будет интересненько и вам. Момент истины настал. Мы открываем крышечки данной коробочки. Нас ждет пупырчатая пленка. Так, коробочка у нас вот здесь. Пупырчатая пленочка защищает. Так. Очень хорошо запечатано. Еще коробка красивей. Красивей непонятно чего. Так, здесь у нас письмо. Как обычно, письмо. Панда. Азиатская косметика. Привет, Сокол. Привет. Надеемся, тебе понравится наш новогодний подарок. Будем рады, если ты попробуешь средство и запишешь это на видео. Поздравляем с Новым годом. Желаем получить золотую кнопку YouTube и активных подписчиков. Алена и Юля подписали мне девушки. Так, ссылочка, куда подписаться. В письме есть, я ее укажу, переходите, смотрите, что там у девушек за косметика такая интересная. А мы непосредственно ее увидим прямо сейчас. Так, значит, это у нас здесь что? Это у нас здесь вот так. Ага. Это у нас здесь... Так. Расческа. О, смотрите-ка. Знаете, что это? Это расческа, которая без вот этих вот дурацких шариков сверху. Она состоит из прямых палочек, что я всегда в расческах хочу. Причем хват такой удобный. Смотрите, какая красота. Берешь прям, и она прям вот в руку ложится идеально. Здесь под палец. Здесь. И прям для чего мне не нужны шарики? Когда вы расчесываетесь расческой, вот с нашей привычной расческой, у которой шарики на концах есть, потом вы хотите скопившуюся пыль и волосы убрать, и оно за эти шарики застревает, и вы дергиваете это все вместе с шариками, и потом царапаете уже голову этими железными палочками, на которых эти пластиковые набалдажники есть. Здесь у нас прямые палочки, что облегчит доставание всей этой грязи и ухаживание за расческой. Очень приятная и удобная штука. Мягенько, приятно, ладно. Расчесочка зачет. Расчесочка зачет. Следующая. Так.
Ем-то кто? Соль для ван из Японии. Мое почтение. Буду утопать скоро. Треугольничек. Вот так вот это выглядит. Ага. Прям треугольничек добра и позитива. Хопаньки, следующее. Так, ну, это у нас кто? В таких все интересных треугольно-пирамидочных завертышах все это делается. Это, слушайте, все по-японски, я даже не знаю, что это. Буду переводить с этим, с переводчиком, с телефона. У меня с телефона снимают сейчас еще распаковку параллельно с камеры, поэтому переводить не могу, ибо не будет хорошо видно то, что я верчу в руках. Разберемся, что это. Еще одна пирамидка. Без опознавательных российских надписей. Так. Это, я так полагаю, нарисована икра на ложке. Икра на ложке. И, я так полагаю, это какие-то наклейки под глаза, которые убирают отечности, там, всякие... А, вот русская наклейка есть. Гидрогелевые патчи для области вокруг глаз. С экстрактом черной икры. Мое почтение. Ладно, буду красавчиком. Интересненько, так. А вот и маленькая панда. Это просто игрушка или это тоже какая-то что-то куда-то. В общем, надо переводить. Опять же, здесь нет ничего по... А может, это даже шоколадка? Потому что я смотрю, тут глазурь отпадает. Скорее всего, это сладенькая какая-то, маленький презентик. Какой-то тюбик. Что это? Так, русская наклейка есть? Да. Смешайте с водой один к одному. Нанесите на подсушенные чистые волосы. Подождите 10 минут, смойте. Ампулы для объема волос. Вот так вот это называется. Но это, наверное, больше я Катерине своей отдам. Потому что у меня с объемом волос все прекрасно. Хотя, если это мужская косметика, может, она для женщин не подходит. Будет еще объемнее, значит, у меня волосы. Это у нас, я так по... Это масочка для лица, да. Старая добрая черная пузырьковая маска с вулканическим пеплом. Ядрить, колотить. Что происходит вообще? Внутри прям так влажненько чувствуется, что там что-то перекатывается. Такое полу... Как будто расплавленный пластилин, но холодный. Вулканический пепел глубоко очищает поры. Контролирует работу сальных желез, насыщает кожу целебными минералами природного происхождения. Одновременно увлажняя и омолаживая. Ну все. Скоро вы меня не узнаете, друзья мои. Масочка, значит. Так. Это кто? Маска с древесным углем. Быстро и эффективно очищает кожу от угрей и черных точек. Оказывает деликатный эксфолирующий эффект. Не знаю, что это. Делая кожу матовой и гладкой, порошок древесного угля удаляет излишки кожного жира, очищает кожу, нормализует водно-жировой баланс, сужает поры, выравнивает рельеф, с ума сойти. Подойдет для комбинированной и жирной кожи. Наверное, это больше для Катерины. У нее кожа жирная, у меня сухая. А первая масочка для меня будет. Так, далее. Charcoal. Тоже уголь, видимо, потому что я играл в линейку, там, нет, charcoal, в общем, я не помню уже. Там коал, по-моему, угол был в линейке. В общем, charcoal, вот так это выглядит, господа, любуемся. Вот по-русски я вижу, кремовая пенка для умывания с древесным углем против черных точек. О, черные точки у меня есть на носу, это прикольно. Выглядит сей прекрасный тюбик вот такенским образом. Азиатская косметика, насколько я помню, дорогая. Ну, вот корейская. И это я не знаю. А тут Япония, да, у нас? Тут у нас Япония. Так. Интересно. Ага. А вот и мыло. Катя у нас все покупает. Мыло жидкое. Мне нравится обычное вот это вот брусочек. Теперь у меня будет брусочек. Потому что у нас все в жидком мыло вот эти дозаторами стоит. Мыло с экстрактом древесного угля обладает антибактериальным свойством. После применения кожа становится мягкой и нежной. Древесный уголь известен своими очищающими, увлажняющими бактерицидными свойствами и действует как абсорбирующее средство и эксфолиант. Названия-то какие все заморские. Офигенско.
А это кто? Это бомбочка для ванны. Способ применения. Поместить наполненную теплой горячей водой ванну, растворить и скорее погружаться. Осторожно, не рекомендуется использовать в маленьких детских ваннах. Мять руками при растворении, тереть бомбой тело. Только для наружного применения, не гипоаллергенно. Ха-ха, подозрительно. Ладно, бомба для ванны, пончик называется, 200 грамм. Ладно, бомбанем. Ну что, я думаю, что можно понюхать мыло, посмотреть, как оно выглядит. Запах приятный, дорогой косметики. Вау. Мыло. Кусок черного мыла с китайскими иероглифами здесь. Пахнет очень приятно. Прикольно, слушайте, у меня такого не было еще никогда. Коробочка закончилась. Больше коробочки ничего нет. Ну что, друзья мои, набором я оказался действительно сказочно доволен. Ссылочка будет в закрепленном комментарии и в описании под этим роликом. Переходите, мне было очень приятно. Я люблю азиатскую косметику, ну, точнее, корейскую. Я пользовался ей в одно время, но она очень дорогая. И я перестал ей пользоваться ввиду большой стоимости. Поэтому очень приятно, что у нас здесь появилось новое ответвление нашей парфюмерной эпопеи, которая ждет меня скоро. В ближайшее время, когда начну все это на себя использовать. Ну и в телеграм-канале, на который вы, конечно же, сейчас незамедлительно подпишитесь, я, когда продегустирую все это, там тоже какой-то небольшой отчетик сделаю. И надеюсь, вам будет интересно. Спасибо за подарки новогодние, Юля и Алена. Мне очень приятно. С вами был Сокол, истинный маг. Пишите в комментариях, как вам ролик, пишите в комментариях ваше предположение, почему я сижу в маске. Хотя я сижу дома, не где-то в общественном месте, можно было бы этот ролик записать без маски, но я его записываю в маске. Почему? Свои догадки пишите в комментах. Кто угадает, получит приз, бесплатную подписку на YouTube-канал «Истинный маг». Да, прибудь с вами сила!